Привет! Меня зовут Александр Бурцев, и я капитан. Кроме того, что я капитан, я организатор яхтенных походов, Средиземное море, Карибы, Таиланд. Ну, собственно, в любое место, куда вы хотите отправиться, если там есть море, если там ходят яхты, вот, мы можем сделать это. Путешествовать на яхте не нужно ничего, кроме желания и просто быть жизнерадостным, позитивным человеком. Интересно на яхте что? Что ты можешь сам выбирать уровень своей вовлеченности в физическую работу. Один человек хочет активно участвовать, тогда он берет с собой перчатки, он крутит лебедку, он стоит больше за штурвалом. Кто-то другой говорит: окей, я хочу на это посмотреть, вот, но я хочу просто полежать, позагорать, чтобы рядом был парус. И тот вариант возможен, в зависимости от ваших желаний. Для меня путешествовать иначе – это значит проявлять какую-то инициативу в каждый момент отдыха. Вот даже тот маршрут, который мы делаем – это основа. А люди не просто пьют пиво в баре, сидят на пляже и лежат с утра до вечера на шезлонгах. Вот. А когда люди говорят, что «а здесь мы возьмем квадроцикл и будем колесить по этому острову, чтобы получить максимум», это и есть путешествовать иначе, в моем понимании. Будь собой, миллионы вопросов, один ответ.